Ну что, мужчины, спасибо вам за вашу работу. Сколько я вам должна? Ну... Отдайте столько, сколько считаете нужным. Нам все равно. Да. А вот мой муж говорит, что каждый должен знать цену своему труду. А знаете, Ефим не каждый. Вообще он у нас бизнесмен. Для него сантехника так, хобби. Да? Ага. Как интересно. Бизнесмен? И каким же бизнесом он занимается? Можно полюбопытствовать? Конечно, можно. Собачий питомник. Цезарь. Элитный производитель. Слышали о таком? Цезарь? Да. Цезарь. Ну, конечно же, я знаю. Конечно же, я знаю. Может быть, чаю? Ну, если вы не сильно торопитесь. Ну, пару свободных минут у нас есть. Пап, вот так мой Цезарь умеет делать. Здорово, как. Чуть не забыл. Очень интересный факт. Это, правда, такая легенда о происхождении породы. В 19 веке один англичанин у нас здесь, в России, купил двух русских овчарок в цирке. Отвез к себе туда, в Англию, и начал разведение. И вот путем скрещивания там с другими породами получилась такая уникальная собака. Голден ретривер. Ефим, спасибо вам большое за интересный рассказ. Знаете, а я ведь тоже мечтала о голден ретривере. Правда? Правда. Муж даже за щенком поехал в Москву. А потом в последний момент передумал. Сказал, что собака большая, и ему с ней будет неудобно. Карина, вы, если вдруг ваш муж, вы... Спасибо. Теперь я знаю, к кому обратиться.